Пока мы знакомились с приютом, к его входу привезли собаку метис от совсем молодого пса по кличке Лучик. Ему около года. Последние два месяца на его долю выпали настоящие испытания. Попал под машину, в результате получил несколько серьезных травм. Перенес две операции и два месяца реабилитации. Ветеринарные врачи одной из самарских клиник вернули его к полноценной жизни. Лучик ждет своего нового владельца и достоин жить в хорошей семье с любящими его владельцами. Обращаться 8 927 604 44 84.